Заход на посадку в сложных метеорологических условиях. Над взлетно-посадочной полосой сгустились облака. Современный тренажер позволяет пилотам ощутить, как наяву, условия штатных и нештатных ситуаций. Перед глазами картинка реально существующего аэродрома. Ландшафт визуализирован с доскональной точностью. Перед нами без преувеличения гвоздь соревновательной программы – тренажер-симулятор самолета «Сухой Суперджет 100». Находящийся внутри экипаж отрабатывает все необходимые для летного состава навыки, испытывает все те же ощущения, что и состав экипажа, находящийся в небе. В общем, сейчас происходит полное погружение в реальность полета. Тренажер класса D Full Fly симулятор, подобный, имеется в Сколково. Пользуется спросом при отборе экипажей на службу гражданской авиации России. Пилот, прошедший подготовку на симуляторе, получает отметку о готовности летать в сопровождении инструктора на настоящем воздушном судне. Данный тренажер, он такого уровня, его подобие самолету составляет такой процент, мы не можем его назвать, конечно, потому что не знаем этого подобия, но он позволяет готовить пилотов без аэродромной тренировки. Соревнующихся за звание «Лучший в небе» выбирали из лучших на земле. Курсанты Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, Ульяновского института, летных училищ перед началом конкурсных испытаний прошли серьезный отбор. Авиация – профессия их мечты, и небо готово открыться перед ними. Подготовка у нас включала посещение таких фулл-флайт-тренажеров, как Boeing 737, Airbus 320, вот, и Ан-148. Это, соответственно, Санкт-Петербургская академия гражданской авиации. Мы очень благодарны тому, что руководство все-таки выделило нам возможность посетить эти тренажеры. Поэтому небольшая подготовка у нас к фулл-флайт-тренажеру Суперджет 100 была. В целом, тип для нас был новый, поскольку в нашем училище пока еще не появился тренажер Суперджет. Ну, говорят, скоро обещают поставить. Тренажер очень достойный, да и сам самолет, ну, открывается нам с каждым днем изучением документации, то ли полетами на тренажерах, общению с людьми, которые, собственно, эксплуатируют его, все с новой стороны. То есть довольно достойная машина. Блин, все-таки наша, отечественная. Знание английского языка, метеорологических особенностей полета, теория навигации, аэродинамика, правовая подготовка, теоретический курс. Конкурсная комиссия оценивает и умение применять теорию в условиях полета. Выдерживание высоты, крена, курса при заходе на посадку. Желающих показать себя на конкурсе на отборочном этапе было немало. Я считаю, самые главные представители и экзаменаторы, которые с ними летают на тренажере, значит, если кто-то заинтересует из наших представителей, они, в принципе, готовы с ними пообщаться и на каких-то льготных, возможно, условиях принять к себе на работу. Выбор именно нашего региона не случайен. Выпускники УИГА не раз показывали свое летное мастерство, с достоинством выдерживали испытания в небе, что предопределено серьезной вузовской подготовкой. Уровень подготовки именно пилотов в Институте авиации находится на самом высоком уровне. Мы обладаем полностью всеми необходимыми современными тренажерами. Это и Airbus, Boeing, сухой Суперджет, тренажеры марки Туполев. Перед авиационной столицей конкурс также открывает новые горизонты. Сухой Суперджет готовит к полетам на нашем авиастаре. То, как конкурсанты справятся с управлением на симуляторе, покажет, насколько самолет отечественного авиапрома прост в освоении, а значит, надежен. Вера Мещерякова, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.